Привет, други мои! Сегодня будем делать Honda Dio. Ну, скорее всего, не делать, а разбирать. Вот. Это соседский мопед. Я по весне менял ему поршневую. Ну вот, он отъездил, по-моему, по весне. Или по осени, то, ну, в общем, не помню. В общем, прошло много времени. Он его уже продал. Где-то уже пригнали мне его от других хозяев. Заводится очень долго. Очень долго заводится. С утра. Или вообще. Ну, в общем, заводится очень долго. Сейчас он не заводится. Компрессии в нем нет. Сейчас выкачу мотор. Посмотрю кольца. И посмотрю, я думаю, что где-то подсос воздуха. Потому что, ну, не накачивает, я думаю, он бензин. Вот. Этот мопед я перепутал. Заказывал поршневую 50 кубов, а заказал 70. И мопед этот сумасшедший просто был. У меня есть там видео про него, как я пятаки крутил. В общем, будем разбирать. Так, ну что, разбираем помаленьку Хонду. Снял воздухан, открутил амортизатор, отключил тросик газа от карбюратора. Вот. Тут еще масса какая-то была прикручен, отвинтил. Масляное тут все отключено, добавляется бензин. Отключил фишку генератора. Ну и в принципе осталось вытянуть болт один и выкатить мотор, тросик тормозов. Вот. Сейчас выкачу и посмотрим, что внутри. Массу откручивать не надо было, потому что это я забыл отключить провод стартера, фишка. Вот. Ну да ладно. Почему-то тут все в масле. Такое ощущение, что где-то дует то ли под головку, то ли под цилиндр. Будем смотреть. Так, ну вот тут вот все в масле. Вот. И походу гнало со шпильки откуда-то. Сейчас посмотрим. Может, она сорван. Ну да. Шпилька сорван. А эти практически не затянут. Это подсос воздуха. И, конечно, он не будет заводиться. Видимо, разбирали 100 тысяч раз. Вот. И, как всегда, шпильку сорвали. Надо будет делать вертыш. Вот не понимают, что вот не должно быть такого. Надо лечить. Надо, чтобы цилиндр был прикручен. Если цилиндр не прикручен, то и не будет он, и ехать будет плохо, и заводиться будет плохо. Все будет плохо. Да. Касала и гнала. И поршневой дан дрозда такого, что то надо будет менять, наверное. О, поршень там как. Так, сопля. Опа. Да тут всему смерть. Короче, кольца обломан.
Потому что бабушек нет. Вот кольцо обломано одно. А, не, не обломано, оно такое, такую носишь. Вот здесь бабушки нет второй. Вот, кольцо проворачивается. Хотя не. Хотя держится, это нагоревший просто. Я думал, кольцо обломан. Сейчас сниму кольца. Кольца целы, но толщиной они уже как лезвие. Как лезвие. И такое же второе. Ну, зазоры видно, да? Вот одно кольцо. Второе вообще ужас. Просто. Колец нет. И поршень сейчас сниму, наверное, в цилиндре будет шире маминой. Понятно, дело, что... жизни дан поршню. Ну, от горя можно поставить, как бы еще не смертельно. Бывает и хуже. Вот здесь у меня стоит два вертуша уже. Вот один здесь и один здесь. Вот. Я помню этот мотор. Они сюда, у меня есть там видео, впихать невпихуемое. Они сюда пытались запихать другую поршневую, забили ее молотком и затянули шпильками и сорвали шпильки, вот эти две. А третью, по-моему, я глубже закрутил. А это, видимо, было тоже уже подсажено, они стали затягивать и сорвали и третью. Придется делать третью сюда врезку. Вот. Ну что, в принципе, будем ждать поршневую, потому что поршневая укатана в хлам. Собирать и восстанавливать, устанавливать резьбу. Ну и делать, заводить. Такая вот разборочка сегодня. Будем ждать запчасти и будем собирать. Ну и все, наверное, на этом. Да. Пока.